Что, ребят, всем привет. Хочу обратиться к вам с просьбой. Те, кто были у меня вчера на стриме, те уже знают. Обращаюсь к тем, кто еще не в курсе. Вчера мне позвонили хозяева моей квартиры, которую я снимала на протяжении 7 лет, и сказали, что квартира эта продается, что у меня есть пару месяцев для того, чтобы выехать с маленьким ребенком. Выехать практически на улицу, потому что сейчас цены в Испании в сезон сумасшедшие, очень большое количество приехавших сюда туристов, беженцев, и с каждым днем их становится все больше и больше. То есть спрос есть, потребитель есть, а вариантов нет. Поэтому я обращаюсь сейчас ко всем, возможно, русским, у которых осталась недвижимость на территории Испании. Если вы хотите ее сдать, надежные руки, ответственный человек, который будет ежемесячно платить, ухаживать, следить за квартирой, прошу, напишите мне в личку, напишите мне в комментариях, поделитесь, может быть, контактами каких-то риэлторов проверенных, которые могут помочь найти хороший вариант, да, в сложившейся ситуации, в очень сложной. Фух, ребят, я уже вчера все выплакала, все выревела. Нужно собираться, нужно искать варианты, нужно быть сильной ради ребенка. Понятное дело, что ситуация сложная, все это очень дорого, цены действительно выросли в космос. Сейчас самая обычная старая бабушкина квартира, какая-то убитая, убогая, стоит 900 евро. Плюс коммунальные, плюс расходы на фианцу, на залог и так далее. Поэтому, ребят, прошу вас искренне от души всех, кто не безразличен, напишите в комментариях. Буду благодарна за любую вашу помощь. Спасибо.